пришла посылочка с процессором. Я, короче, что я запизжал сначала, потому что посылочка мягкая. Мягкая, гнется всячески, прочее. Потом я нащупал что-то твердое, маленькое. И тут до меня дошло. Они мои два заказа уместили в одну посылку. Я заказал жилетку себе и процессор. Сейчас аккуратненько это все вскрою. Все это дело. Легонечко. Давай. Пакет прочный. Хороший, добротный пакет. Собственно, процессор. Так, спалил адрес, надеюсь, не спалил. И жилет очка. Так, сюрпризов нету, бонусов. Пожились. Так, адрес прикрываем. Так, вот как-то так. Сейчас отнесу домой. Дома его уже распечатаю. Хотя лучше, наверное, здесь распечатать. Right now and right here. Убедиться в целостности, что все действительно хорошо упаковано. Ну, на вид вроде все цело. Но я таки упакую, распакую. Ой, резинка. Резиночка, лишь бы в глаз не стрельнула. Так. Ух, они еще и термопасту туда нахреначили. Ну, повреждений вроде бы никаких нету. Сегодня вечером перепрошивать BIOS буду и поставлю новый процессор себе. Так, жилеточку. Надеюсь, по размеру угадал. Там эти размеры разные бывают. Так, процессор не уронить тут, блин, с этими распаковочками. Запакую его пока обратно. Домой отнесу, дома положу аккуратненько на столик. Так. Собственно, такая жилетка. XL размер взял. У меня XL. Надеюсь, никаких подколок не будет. В плане... Ну, вы поняли, короче. У кого-то мало мерки, у кого-то много мерки. Так. Одним дублем сейчас попробую. Ну, по-моему, слегка, чуть-чуть маловато. Но если бы 2XL взял, она бы на мне как парашют висела. Удобством не захотелось, чтобы мобильник положил, прочее, а то сумка эта рвется на поясная. А с жилеткой, как мне кажется, будет намного удобнее. Вот такие дела. В общем, с обновами меня. А, ну и... Покажу, наверное, как полностью застегнуто. А впрочем, нет, не малая даже оказалась. Вообще отлично.